Хей-йоу, гейс, с вами Шимики, и это Код Квест. И мы продолжаем проходить ее. И сегодня мы узнаем, что нас ждет все-таки. Так, тихо. Впереди. О, я их уже убиваю, можно сказать, сразу. Они даже не успевают атаковать меня. Так, в гроте мы были, да? У нас вот еще... Ладно, пойдемте в пещеру, туда, куда они говорят. По заданию, чтобы не отставать от сюжетки. Тихо. Оп. Опыт, опыт, опыт. Кто же меня? Он здесь. Так, давайте я убью этих. А то мало ли. Тихо. Восьмой уровень. И поехали. Вот он. Это дух. Он похож на дракона. Вы пришли положить конец моим страданиям. Мяу. О чем ты? Ты ж ё-моё. Воу! Что у тебя с магией? Воу, тихо, тихо, тихо. Тихо. Я понимаю, ты сильный. Ой, он выпилился. Вон он. Так, опыт. Дракот заключил меня здесь. Я был слишком слаб. Спасибо. Теперь я смогу отдохнуть. А, скелетный шлем. Уровень первый. Опять Дракот. Вау. Эй, катаны, я тут. Я так волновался, слава Котобогу, все хорошо закончилось. Это был скованный дух Дракота. А, скованный дух дракона. У тебя, похоже, связь с драконами, заклинателями драконов. Прелесть. Муар. Я этому не рад. Вот вам немного золота за труды. Опа, сразу я окнулся. Тихо. Они уже не ваншотятся, как те. Так, опыт, опыт. 10 уровень, ништячок. Ах, нихера себе. Где Драконыч? Окей, что по шлему? Он намного лучше, чем тот. Да, о, прикольно выглядит. Окей. Выполнить доску объявления. Сколько здесь? Какой уровень? Второй. Как я понял, во всех городах есть доска объявления, да? Здесь пятый. Значит, мы идем к той доске объявления, где она была. Вот эта. Нижняя. Королевский маг. Принять. Короля прокляли. Отправляйтесь со спасательной миссией в волшебный храм. Прямо сейчас. Нам надо идти. Королю нужна наша помощь. Ай, глаза слезятся. О, в храмик. Мы пришли сюда, чтобы спасти короля. Наконец-то нашелся отважный кот. Прежде всего нам надо найти верховного Мауга. Он в курсе происходящего, но он внезапно исчез. Как нам его найти? Мы сотворили заклинание, чтобы найти верховного Мауга по его магической энергии. Но каждый раз нам показывают разные места. Я отмечу тебе все на карте. Может, тебе удастся разобраться. Ага, королевский маг. Дополнительное задание. Так, давайте, короче, прокачаем. Да. Пока мне не хватает денег. Ага, третий уровень. Погнали далее. Ваншотим. Считай. Так, атакуй. Раз, два, три. Вы подбираете полузасыпанную флягу с зельем. Окей. От этой фляги исходит магическая энергия. Давай проверим остальные отмеченные места. Золотой ключ. Мне нужен. Оп. Готово. Так. Кувырок, кувырок, кувырок.
Оу, там какой-то... Западня? Не похоже на западню. А, типа, если я отхожу немного дальше, значит они перестают атаковать меня. Прикольненько. Вы подбираете еще одну полузасыпанную флягу с зельем. А мага все не видать. Осталось всего одно место. Так, опыт. И это где? На той стороне. Давайте тогда с этой стороны обойдем. Ой, магия, как их, как можно сказать, сжигает. Вы подбираете еще одну бутылку, полузасыпанную флягу с зельем. Где же все-таки Верховный Маук? Нам пора назад. Давайте с этой стороны обойдем. Опасный лес, опасный лес. Так. Ну, задание, как я понял, по 4, наверное. Вы отдаете магу фляги. Это же энергия Верховного Мауга. Ну почему она во флягах? Мы в магии не особо разбираемся. Нам нужен кто-то, кто расследует это исчезновение. Вот, это вам. Не забывайте следить за заданием на доске. Шляпа мага. У нас охерительная шляпа. Ага, здесь они будут перемещаться. Так, ну... А, это автоматом, значит, показывают на сюжетный, окей. Поиск мага. Погнали. Есть новости, касающие Верховного Мауга. Жду вас у себя. Вау. Мауга. Привет. Мы знали, что с Верховному Маугу было применено древнее заклинание. Это заклинание забрало его магическую энергию во флягах. Что? И что нам теперь делать? Мы сделали зелье, которое вернет Верховному Маугу его магию, если он его выпьет. Маг протягивает вам флягу с зельем. Но как это сделать, если он неизвестно где? Пока мы варили это зелье, магическая энергия продолжала стекаться в одно и то же место. Я отмечу его тебе. Окей. Поиск мага. Это где? Это в городке. Блин, мне нужно какое-то быстрое перемещение, потому что я так долблюсь перекатываться постоянно. Тут никого нет. Но я вижу следы. Классные следы в виде полосочки. 10 уровня пещера. Мяу. Он же двигается по кругу. Постоянно постоянно теряя магическую энергию. Слева свела его с ума. Потеря магической энергии свела его с ума. Два? Что ты имеешь в виду два? Ох, мои усики. Он опять идет по кругу. Он, кажется, совершает неосознанную ходьбу по кругу. Следы ведут в эту пещеру. Как бы живущие там чудовища его не покалечили. Нужно расправиться с чудовищами. Окей, так. Здесь одолеть нельзя ничего. Бум. Ага, изи. Изи убил. Ай, по одной монетке всего лишь. Ну ладно. Воу, воу. Воу, он еще и так атакует, ё-моё. Вот это тоже мощные немножко враги пошли. Эй, козел. Ой. А, так его я могу... Ну всё, это контрить. Тактики есть против него. Ай, черт, а мне все равно придется возвращаться назад. Ладно, что здесь? Тут ничего. Два сундука и один золотой. Что здесь у нас? Фигня, шапка следопыта. И еще одна шляпка следопыта. Они очень слабо прокачиваются. Поэтому...
очищенным. Кроме... Так. Краем глаза вы замечаете кота городского вида, выходящего из пещеры. За ним! Окей, погнали. А ну стоять! Верховный Маук. Кис-кис. Он не отвечает. Скорее давай ему зелье. Вы помогаете коту выпить зелье. Ты спас меня. Спасибо. Мы пришли сюда, чтобы спасти короля. Ты знаешь, что с ним случилось? В католице появился белый кот и проклял короля. Я пытался его остановить, но странным образом лишился магии. Как нам снять проклятие? Я найду способ. Мои ученики свяжутся с тобой, пока прими это в знак благодарности. Посох мага. Мяу. Тут все мауги выглядят одинаково. Ну ладно. Согласен. Только у этого были большие усы. Духи. Мы нашли способ снять проклятие с короля. Иду к вам. Что по золоту 400 золотых? Что твои мауги котята нашли способ? Да, они Да, это проклятие питает сферы духов. Так что если мы уничтожим эти сферы, проклятие потеряет свою силу. Ясно, понятно. Мы это сделаем. Но сначала должен посмотреть, сколько стоит. Ух. Копеечка в копеечку. А можно посмотреть, сколько она дамажит? 36 урона, в принципе. Плюс периодический урон после самой же атаки. Но я думаю, это годненько. Ой, вот эти глупые перекаты. Так. Ой, тихо. Шейка зачесала. Ой, тихо-тихо, я должен апнуться. Давай. Нет. Сожгитесь. Или пусечку осталось. Так, еще один. Одну статую. А далеко мне? Нет, уже здесь. Статуя, смотри, тут какая-то надпись. Наши боги великие древние не только подарили нам речь, но и научили своему мастерству. Да, нужно поискать, может еще что-то найдем. Готово. Иди ап. Хм, мы где-то недалеко от первой сферы. Ого. Что, сфера сейчас появится? А почему она на спине чудовища? Воу. Так, у этого... Ага. Чёрт. А, это... Херит с периодическим уроном еще. Сфера раскалывается и исчезает. Мур. Осталась всего одна сфера. Ну, я должен сохраниться. Игра сохранена. Два города. Теперь катимся обратно. И это будет повторяться очень, мне кажется, долго. Постоянно кувыркается куда-то непонятно. Вторая сфера. Мы ж только первую разрушили, точняк. Вот я глупенький, ладно. Можно ли как-то сократить путь? Нет. Там есть еще, получается, с этой стороны. Одно поле. А, и да, ребят, я не знаю, как будет отображаться именно веб-камера. Я просто когда проверял, да, я же уже использую другую прогу для монтирования. То есть использовал Vegas Pro, теперь я Adobe Premiere юзаю. И там лагает почему-то камера. Я не знаю почему, но я со временем эту проблему решу. Следующая сфера в этой пещере. Слушай сюда. Чтобы сломать эту сферу, нам сперва нужно зачистить всю пещеру. Но получается, не сделали игру. Мохнатая пещера, 15 уровень, ё-моё.
что нужно чисто защищать, ну, защищать, зачистить, короче, пещеру, чтобы сделать то или иное действие. Ну ладно, идется тоже магия. Ой-ой-ой, тихо. Убиваем. Готово. Ну, опыта, слушайте, дают так, прилично. Так, давайте, нам все равно туда идти, и так. Вернемся и одолеем вот этих вот типов. Что-то они как-то... Ну, сдыхать как-то быстро хиленький по хп. Нет, по одному пипет. Значит, это пробиваемость у них маги хорошая. Это тоже хорошая? Нет. Этого физурон убивает. Черт. Ну, пускай, ладно, молнии херячат свои, все равно не попадет. 12 уровень. Так, снова ты юзаешь свою магию. Ой-ой-ой, периодический урон. Ай, ё-моё. Вы видите, как сфера раскалывается и исчезает. Ну, окей. Со сферами покончено, но что? Но что-то тут не так. Давай выйдем наружу и посмотрим, что изменилось. Давай же сначала соберу опыт, открою сундучок. И какая-то броня. Доспехи из сквайра. Так, это что-то прикольненькое. Оу. О, магия. И плюс еще броня. Одену. Как раз подходит под мой шлем. Враг. Выход, где же выход? Вот и выход. О, маг. Верховный маг. Проклятие не снято? Похоже, последняя сфера духов заключена внутри короля. Что? Мы же не можем взять и уничтожить короля. Мне придется вытянуть сферу наружу и уничтожить ее. Я скажу, как будет готово. Мы спасем короля вместе. А вот теперь точно уже все. Я могу вернуться обратно. Так, ну я думаю, дракона еще очень рано убивать. Ну, это я лично думаю. Так. Оп. Ай. Физ атаки еще дамажит. Короче, как я понял, енотов можно и так херячить. Плевать, там магический у них урон или физический. Вот эти... А что вы? Им, короче, плевать. Этих можно и так атаковать. Насчет быков магия, кулаки магия и быки это физатака. Окей. Король лев. 20 уровень. Пришло время спасти короля Леопольда. Сначала я посплю, а потом пойдем спасать короля Леопольда. Каталица. Я здесь. Верховный маг уже во дворце и готов извлечь сферу. Давай приложим все усилия, чтобы никто не смог ему помешать. А? Так. Мяу. Кто-то пытается помешать Верховному магу? Так, оттуда выйдет? А, нет, это тоже дамажит с помощью магии. Окей. Ай, зачем мне эту магию юзаю? Готово. Теперь звук. О, а этих я не знаю, что. И то, окей. А, я ж там броню снимаю, точняк. Уф, ты в порядке, напаурник? Верхон Мау, тебе удалось? Что? Что-то не так. Прочь от меня! Да, Дракот, он мной управляет. Что? Ё-моё. Воу. Ты же, это не серьезно, ё-моё. 20 уровень? Где он? А теперь вы в порядке?
Мне очень-очень жаль. Дракот, он мяур. Ну, король теперь в безопасности. Читаю я голосом какого-то кота. Ох, ваше мурличество. Ты спас нашу... Ты спас нашу гриву? Почему нашу? Ты спас нашу гриву. Спасибо тебе, Дракот. Можешь возвращаться к тому, чему ты обычно занят. И да, у нас есть для тебя награда. Фамильное украшение. Хера себе. Эти драгоценности принадлежат моей семье. Цени наше доверие, юный Дракот. Они прекрасны, ваше мурличество. А теперь я распоряжусь укрепить оборону на случай, если Дракот вернется. Мы в долгу перед тобой, Дракот. Окей. Так, я хочу меч посмотреть. Он... Давайте, он прикольно выглядит. Как раз под цвет именно шлема моего. И тут тоже здание. Пропавшие солдаты. Драконопоклонники, короче говоря. Ну там 25 и 30 уровень, но это слишком сильно. Слишком мощно, слишком сильно. Так, давайте эту пещеру вон зачистим. О, уже с двух ударов вы что гоните. Эту пещеру вот защищу. Так, это когтеточная бухта. Так, он даже не может не успевать магию заюзать. Так, этот вот не успевает атаковать, окей. Бам-бам-бам. Очищено. Как это, но очень крошечно. Жилет мага. Ну, улучшается на единицу всего лишь, да? Не. Так, во-первых, монетка. Так. Следующая у нас кузница. Да? Кузница... кошелатки. Так, мне 500 как раз... Сколько? 5000! Ничего себе! Кошелатка, у тебя цены. Ну, кусучи. Так, пойдемте улучшим наше пламя. По времени я даже не знаю. Да, 500, давай. Изи улучшение, изи 6 уровень. 600. Так, сейчас у нас две вещи. Просто выпиливается с магии. Да, можно и мечом их резать, в принципе. Так, ладно. Кошелатка. Помощь кузнецу. Хотя... Блин, ну понимаете, просто время еще много, ну как бы 7 минут. Ой, ё-моё, я даже... Ладно, давайте начнем. Помощь кузнецу. Да ладно, кошелатка ищет помощника себе в кузницу? Даже псы из Конской Империи заказывают у нее оружие. Думаю, стоит попробовать заодно и сам обзаведешься отличной экипировкой. Смоури, вы пришли помочь мне в кузнице? Правда? Да, мастер Коша. Чем мы можем помочь? Смотрите, я как раз работаю над совершенно новой типа брони. Ну, нужна мне посылка застряла в восточной лапсе. Так что, котятки, доставьте мне эту посылку. Так что, мяум. А, так точно, мяум. Нам это расплюнуть. Все, окей, погнали. А юг это... Да, там? Да? Нет, юг там. Подождите, юг. Запад. Север-восток. Чё? Окей. Сейчас приду и все разберемся. Так, как раз там сохранюсь. Так, эти успевают юзать. Нау, на помощь, чудовище! Ох, ты ж, ё-моё. Горите. Давай напауник. А, напауник, я уже везде напауник читаю. Давай найдем посылку для Коши.
И ап. Нет. Кошная посылка. Где же она? У меня для тебя плохие новости. Приятель. Мы отправили эту посылку отдельным транспортом, но с тех пор они ничего не слышали. Что? Смотри, тут на земле следы. Мы сможем по ним пройти. Так, сначала я отдохну. Зайду, посмотрю, что же... Да, волшебный храм. Восточный лапс. А, мне нужно было все-таки на восток. Значит, все окей. Пламяу. У ваших врагов обездвижется хрустая корочка. Короче, враги покроются корочкой. Это заморозка у нас. Ну, возьмем, но я... Ну, может, буду ее юзать. Окей, пускай лежит. Пускай просто будет для комплекта. Так, я могу с ним поговорить. Я вижу на побережье достаточно давно, чтобы понять. Мыша веры нет. Подлые пираты, как они есть? Как они есть, кто они есть, что они есть? Откуда, почему, зачем? Статуя, тут что-то написано. Недолго продлились мирные годы правления великих древних, и вскоре в этот мир пришли драконы. Окей. Бета-руины. Скорее всего, мы к тебе еще придем, бета-руина. Куврау, как-то далеко, это все. Тихо. Вот, я не успеваю, понимаете? Я не успею убить его. Ладно, три удара сделал. Здесь нужно 4-5. Следы кончаются у руин. Нужно их как следует обшарить, но сначала убить чудовищ. Некоторые противники не могут устоять перед магией. Вдруг... перед магией другие уязвимые для физического урона. Ну, это я уже понял. Смотри на цвет всплывающих цифр. Хорошо. Альфа-руины, сражайтесь с чудовищами. О, здесь. Пух. Ух, изи. Шлемик. Нет, он хуже моего, поэтому... 15 уровень. Воу. Просто... Похоже, эти чудовища сожрали повозку со всеми содержимыми. Коша расстроится, конечно, но давай ей сообщим. И чертов золотой сундук. Похоже, что нам, ну, не открыть сундук, пока у нас нет ключа. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятно, где ключ. Ключа у нас нет, потому что я не знаю, где его брать. Ой, дай. Сфера. Сфера. Плюс еще одна сфера, которую я могу использовать. Волшебный храм. Коснитесь лечебной лапки, и ваши рауны вмиг исцелятся. Изучить навык лечения лапка нам лещущая лапка не поможет. Сколько она хилит? 15 ОЗ. А у меня 130 ОЗ. Мало, очень мало. Стоять. А, я забыл. Готово. Так, статуя, смотри, тут какая-то надпись. Долгие годы великие древние сражались с драконами. И это время получило название Драконья война. Посмотрим, есть ли еще такие. Так, пещера 15 уровня как раз для нас. Это что у нас? Двойная пещера, блин, да я не знаю. Давайте не пойдем туда. Блин, я могу... А не, я не могу их убить, я бы не успел. Мне не хватило одного удара. Фух, я подумал уже, что никуда пошел. Так. Ну что, как там моя посылочка? Увы, она утонула. Нет! Там же был новый сезон дома шуршащих бумажек. Я его так ждала. Теперь я так и не узнаю, станет ли Хенг высотолаз правителем кот города. Прости, что мы подвели тебя. Да ладно, в любом случае вы проявили усердие и достойную награды. Доспехи рыцаря. Если вы хотите еще помочь мне с заданием новой брони, вы знаете, где меня найти. Окей. Кошелатка. Ученик кузнеца.
И мы учеником кузнецом станем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем мяу, друзья. Всем пока.